Всем привет! Мы опять поиграем в Майнкрафт. А я пробовал загружать разные типы видео, придумал уникальный контент, да. Но все же я решил остановиться на двух основных играх. Это будет Майнкрафт и Rust. Потому что это игры, которые мне больше всего нравятся, да. Это игры, которые позволяют мне в первую очередь расслабляться. И это игры, которые интересны будут вам. То есть это игры, которые пользуются огромным спросом. Майнкрафт тоже великолепная игра. Я уже говорил всегда, что она великолепная. Пользуется спросом. То же самое и Rust. Давайте мы начнем с самого начала. Я тут пробовал разные варианты. Немножко я поднастроил здесь дополнение, моды. Давайте мы сделаем новый мир. И Let's Go. Будем играть в таком формате. Каждый выпуск будет примерно по 20-25 минут. Проходить игру вместе с вами. То есть я не буду... Так, сейчас, секунду. Звук. Я не буду там вырезать какие-то моменты, там, да, там, собирать видео. Мы просто будем вместе с вами проходить. Это будет гораздо интереснее. Развиваться будем, я буду ставить планы, будем вместе с вами их выполнять. Сейчас пока немножко подлагивает, потому что создается мир. А знаете, что я думаю? Я сделаю так. Давайте я тогда сейчас буду создавать новый мир до тех пор, пока я не появлюсь в пустыне. Я давно не играл в пустыне, а это моя любимая тема. Мне очень нравятся пустыни. Так что секунду. Та-та-та-та! Все, я сгенерировал несколько раз, да, и наконец-то нашел. И кроме этого, я нашел еще какую-то постройку. Я поставил разные моды, да? И там, возможно, есть мод, который добавляет разные постройки в игру. Или это стандартная постройка, я не знаю, честно говоря. Вот, я хотел песок. Почему песок, да? Вот пустыня. Вот мы видим, да, на карте пустыни. Потому что, когда я играл первый раз в Майнкрафт, это было очень давно, да? Я не знаю, это стандартная постройка, да, как я понимаю? Скорее всего, это типа секретка. What the fuck? Чё? Ну чё это было? Скорее всего, это стандартная постройка. Я помню, раньше были такие, которые взрываются еще. Ну ладно, первый это блин комом. Это так далеко загорелось? Кстати, я поставил мод, здесь очень много врагов. Видите, всякие мутанты. Ой, господи. Все, убегаем отсюда. Такие разные големы. Все, мы к ним не подходим, пускай там сжигают. Вот, вот, что нам нужно. Песок. Ну, я вот рассказывал, да, когда я первый раз играл в Майнкрафт, я появился именно в такой биоме, именно на песках, да, в пустыне. И реально, мне тогда так это сильно понравилось. Здесь есть свои минусы, свои плюсы есть. Минусы в том, что здесь очень мало ресурсов, да, приходится идти на нормальную землю. Вон големы, видите, да, все сжигают. Они и днем ходят. Или их дамажит как раз день. Ну ладно, пошлите искать. Нужно найти нормальную поверхность. Кстати, я помню, что здесь еще есть секретки. Как же называется это я? Ребята, подскажите, как называется. Такие постройки, домики. Вот это опасная вещь, опасная. Там можно погибнуть в ней. Ну-ка. Пустыня нормальная? Да, большая. Как же называется? Ну, короче говоря, вы поняли. Это секретные домики, да? Там тоже спускаешься вниз. И там, по-моему, есть сундуки. Я вот давно такого не видел. И там тоже, по-моему, взрывается. Ну, сейчас реально, я не думал, что он взорвется. Засранца, а? Подстава, подстав. Отлично, отлично. Много-много песка. Ну вот. Ой, началось. Ненавижу это цепущие пески. Засасывает меня. Так, let's go. Сейчас дойдем мы до более-менее ровной площади. Вот эта вот площадь нормально будет. И вот здесь будем строить наш дом. Нормально. Сокровищница. Да, скорее всего, называется сокровищница, я вспомнил. Нам нужна будет как раз вода, поэтому будем строиться именно здесь. Еще плюс в том, что в пустыне, видите, мало всяких деревьев, да, и всегда видно врагов. То есть это было так забавно, когда там какая-нибудь ночь наступает, здесь повсюду просто всякие скелеты там бегают, зомби, да, и все на вас бегут по прямой.
О, это такое веселье, кураж. А, я же забыл, мне нужно было собрать эти шкуры, надо было шкуры, шкуры, чтобы поставить кровать, да? Ну что ж, в СГ туда поищем мы овес, нам нужно найти шкуры. Давайте поставим здесь пометку. Или, по-другому говоря, пометку. Так, в СГ маркеры. Это мы удалим, нам это не надо. Новый маркер, дом. Дом, родной дом. Готово. Все, в СГ. Самая главная наша задача в самом начале, это найти овец, да? И собрать шкуры. Вот там, наверное, они есть. Или это, скорее всего, эти курицы. Нужен мех. Мех, да, и сделать кровать. Кстати, кровать, я вспомнил, можно делать не только из овец, да? Можно убивать животных разных и там жарить. Ну, короче, лучше убить овец. Так, свиньи нам пока не нужны, хотя из них выпадает мясо, хорошее мясо. А нет, я думал, это курица, это цветки, смотрите. Голубой Василек. Во, овцы. Все, let's go, сейчас покараем. Это самое главное. Еще на песках, опять же, я говорил, из-за того, что мало деревьев и там мало построек, да? А, все правильно, что ты перепугался. Кожа, подождите. Так это не овца, это. Да, все. Это было вот. Как его зовут-то? Корова, Господи Иисусе. Все, let's go. Из нее тоже выйти, выпала шкура. По-моему, из этой шкуры тоже можно получить мех. Шерсть. Не шерсть, а мех. Ну-ка. Не, нельзя. По-моему, из другой шкуры. Это какое-то дополнение тоже было. Там были тоже животные обычные, пассивные. Из них выпадала тоже шерсть выпадала. Не, не шерсть, выпадала шкура. Из этой шкуры можно было сделать шерсть. Сколько нам нужно? Три штуки, по-моему, да? Вверху три штуки и внизу дерево. Так, как раз нам нужно будет сейчас еще взять дерево. У нас еды нет. Давайте тогда убьем сейчас еще свиноматку. Свиноматку. Кстати, там кактусы стоят. Я помню, что из кактусов я делал ловушки, которые убивали. Там мы попробовать будут сделать. Тоже забавная вещь. То есть там водой мы смываем. Во, из курицы матом выпадает. Еще, сколько я помню, если собрать зажигалку, да, можно курицу убивать и сразу ее поджаривать. То есть будет выпадать мясо жареное. Вот так вот. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Кстати, ребята, смотрите, короче, если вам интересно будет моя версия Майнкрафта, да, ну я имею в виду вся сборка там с модами, вы пишите в комментариях. Когда напишите много раз, я увижу, что вы заинтересованы, я тогда выложу полностью сборку, всю полную. Она получается типа портабл, грубо говоря, то есть она вся находится в одной маленькой папке. То есть вам не нужно там ничего копировать, просто берете эту папку, запускаете игру, и все полностью работает. Никаких проблем нету, ничего не лагает, все нормально. Проверено мною. Так, все, let's go. Дерево, да. Но мы можем там посадить дерево, это не проблема. То есть мы можем выкопать отсюда землю. И вот где песок. Не хочу погибать. Так, давай. Ну-ка, может так будет быстрее? Опа. Ну. Ну, ну поставь же, во. Так, let's go. Скоро уже будет ночь, в принципе. Так что надо быстрее нас собрать дерево. Давай, давай, давай. Let's go. Новое достижение. Отлично. Ага, так, давай, давай, давай. По-моему, у меня еще стоит мод, который рубит деревья. Да, хороший мод. Ускоряет нашу работу. У нас проблемы с едой. Отлично. А, еду можно еще добыть, да, сломав листву. Могут выпасть яблоки, как вариант. Хотя, конечно, это долговато будет. Опять шанс маленький. А можно сделать, просто будет умнее. Сделать вот так.
Нет, не получится, нам нужно будет верстак. А мы можем сделать тогда вот так. Поставить верстак, его потом забрать. Давайте мы так и сделаем. Поставим верстак. Потом сначала мы соберем тогда кровать. По-моему, она вот так делается. Ага. Кстати, кровать мы можем просто поставить, переночевать, сломать и пойти дальше. Как вариант. Я всегда так делал, да? Когда ходил, путешествовал. Камень нет, не подойдет. Булыжник. Ладно, пока мы сделаем, наверное, деревянный топор. Если я сделаю топор, нарубим дерево немножко, да? Немножко. Топор очень быстро сломается. Так, потому что дерево, он будет рубиться быстро. Давайте посмотрим. По идее, он должен сломать полностью все дерево, если я правильно все сделал. Какое-то крутое дерево. А что он такое толстое, нифига себе. А, сейчас. А, да, все правильно. Это из-за мода, все правильно. Видите, я сказал, что мод ломает дерево, при этом заметьте, что прочность ломается точно такая же. Как будто вы ломали по кусочку. Так, let's go. Ну что ж, все, наверное, хватит пока нам 9 штук. Ни одного яблока не выпало. Подобрал я семена. Побежали. Так, у нас есть дерево, да, мы сейчас можем тогда сделать лопату, выкопаем и построим печку. Все, let's go, домой! Обходим пески, чтобы нас не засосало. Сыпучие. Сыпется, сыпучие. Потом мы соберем кактусы, можно будет прям целый забор из кактусов построить. А что, вариант, кстати, да, я никогда такого не делал. В принципе, вариант. Вот, наше место, очень хорошее место. Обожаю открытые поляны. Кажется, уже начинается уже ночь. Но нам это не страшно, мы можем сделать вот так. Что я хотел сделать? А, для... Блин, я забыл забрать станок. Ну, в принципе, не страшно. Сделаем еще один станок. Верстак. Поставим верстак. Так, что нам нужно? А, нам нужна печка, да? Нам нужна печка. Опять мало дерева, елки-палки. А, вот еще есть, хорошо. Во, теперь нормально. Для этого нужно будет сделать кирку тогда. Как она делается, кирка? Вот она, кирка. Окей, и лопату надо будет сделать. Сейчас все организуем по высшему разряду, я вам отвечаю просто. Сейчас все организуем. Пока мы не будем ждать ночи, да, чтобы распавнились мобы, потому что нам здесь все переломают. Окей, ну еще давайте тогда сразу сделаем лопату. По идее, так ее делать, да, можно? Да, отлично. Во, другое дело. И можем сразу копать место, где мы будем делать шахту. Почему бы и нет? Здесь лучше всего строить грядки, потому что здесь вода, да? Грядкам нужна вода. А можно, например, сделать вот так вот. Блин, когда-нибудь я себя провалюсь. Надо это будет убрать сразу. Ненавижу эту фигню. Тогда можно начать уже прямо отсюда, да? Такой спуск делать. Так, оп, и вот так вот. А, печка, да. Самое главное, это печка. Ладно, копаем. Нам нужно добыть сейчас камня, булыжника. И сделаем печку. Дрова, в принципе, не проблема, я думаю, вначале будет. Тем более, мы еще уголь нашли, когда я взорвался, по-моему. Если он остался. Он не остался, но это норма. Блин, сбросилось. Давай. То есть этот блок, он тяжело ломается любым средством. Да, видите, любым. Киркой хоть чем. Давай, братюня, время, деньги. Кстати, когда я вот буду добывать всякую руду, я буду в некоторых моментах перематывать, я сразу говорю. Вот именно когда я буду добывать, нудно, да? Да блин, ну чё за говно? Ладно, чтобы время не терять, давайте это здесь пока сделаем. Я буду там очень долго. Она везде такая, да? Тварь. Нет. Давай нормально, без этой фигни. Без хухры-мухры. Во. Кстати, песок, это, в принципе, хорошо. Можно будет опять построить из стекла.
можно будет поставить мод, который улучшает зрительное стекло. То есть она более-менее красиво становится. Это уже получается эта шляпа. А, подождите, что-то как-то знакомо выглядит. Это может быть сокровищница или нет, или вряд ли. Опа, опа. Наверное, это все-таки не сокровищница. Зато у нас здесь появился булыжник, отлично. Кирка, давай в дело. Сейчас будет вначале проблема, да, будет все падать сверху. Я отсюда потом не вылезу, да? Поэтому делаем вот так, вот так и вот так. И опять надо убирать нам песок. Падает, падает шляпа. И опять. Как это называется? Это у нас песчаник, да? Что, наверное, просто стоит, да? Я вот не пойму. Или там сокровищница, или он просто может стоять тоже. Странно. Кстати, если мы, например, сломали блок песка и зашли под него, и на нас сверху упадет песок, мы можем умереть. Поэтому нужно быть осторожным. Тоже выпадает кремень или нет? Нет, кремень выпадает, по-моему, только из этого. Из гравия, да? Да. Только из гравия. Оп-оп. Все, отлично. Так, печку, печку не забываем. Нужна печка по фасту. Также нам булыжник нужен для инструментов, чтобы повысить их эффективность. У меня опять стоят моды типа как... как же он называется? Industrial мод, Industrial Craft, да? О, какая-то кривая кровать. То есть мы можем строить опять электростанции. Также у меня мод хороший на редстоны. То есть там разновидность, да, можно всякие проводки ставить. Но я потом все это покажу. Но пока мы сделаем вот что. Булыжник? Блин, всего лишь 10 штук, давай о чем говорить? Ну ладно, что ж. Даже не хватает на кирку. Хотя бы теперь у нас будет печка. Давайте поставим чуть подальше друг от друга. Вдруг крипер взорвется и будет неприятно. И мы сейчас пожарим еду. Еду, еду, еду. Ну, хотя бы так для начала. Жалко дерево, но что поделать. Ладно. Let's go, let's go, let's go. Копаем дальше нашу шахту. Пока у нас там жарится еда. Оп-оп. Во, кремний выпал. Неплохая. Вы меня не пугаете, что это было. Неплохая вещь. Неплохая. Так. Сейчас все бухнет сверху. А, вот. Бам! Нормально. Оп, 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 оп. Все. И потихонечку такими темпами будем строить мы свою шахту. Пока мне песок не нужен. Но из него можно будет, я уже говорил, построить дом стеклянный. Хороший вариант будет. Опа. Оп. И это все упадет, да? Нет, не упало, нормально. Так. Так. Это у нас что такое? Это у нас железо? Пока ломать мы не будем, да. По-моему, это или железо, или медь. Потом нам нужны будут алмазы. Они находятся на высоте 5. Видите, справа, да? Справа вверху. Где у меня радар. Там снизу координаты, плюс там, плюс 300, плюс 300. Да, еда, все, 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 я понял, понял. А, не убивайте, пожалуйста. Нормально, я жив. Все, вроде более-менее успели. Опять курицу можно пожарить. То, что видите, хватает более-менее нам дерева. Нормально. И вот снизу я рассказывал про радар, снизу, где плюс 300, 64, это высота текущая. Нам нужна высота 5, 5, 6. 5, 6, глубина, высота. Вот так вот поставим, чтобы были лесенки. Я вам советую строить именно по две лесенки, потому что мы можем здесь поставить, например, ступеньки, да, еще одни. Тогда мы сможем просто быстро подниматься. А здесь можем поставить... как называется? Так, я не помню, подождите. Я давно уже не играл просто. Сейчас, сейчас глянем. Мы можем поставить что? Что?
Рельсы, мы можем рельсы поставить, да. Скуч. Вот они, наши рельсы. То есть, с одной стороны, мы сможем съезжать вниз, а с другой стороны, быстренько подниматься вверх. Но пока мы все будем ломать здесь и потихонечку будем спускаться. Я надеюсь, что скоро все это дерьмо уйдет уже. Гравий, этот сраный песок. И мы не будем, да, ломать всю эту шляпу. Ну, сука, смотрите, сука, много. Тоже лишние затраты. Оп, 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 оп. Потом у Матна сделают зажигалку, я уже говорил, да, и охотиться за курицами. И сразу сжарить их, это вообще профит. Опа, вот, теперь более-менее пошло нормально, пошло дело. Так, сейчас мы соберем на кирку. Да, нам нужна будет сейчас каменная кирка. Там где-то я видел, подожди, а где я видел? Я здесь как раз и видел, да? Да, там, по-моему, это железо. Сейчас мы глянем, что это такое. Сделаем каменную кирку. Потому что деревянное мы не сможем добыть. Каменная кирка. О, еда. Нормально. Так, раз, два, раз, два. И вот раз, два, раз, два. Отлично. Кирка это наше все. Возгил. Обновка. Мы заработали ачивку, обновка. Так, let's go. Что это? Железо? Да, железо, отлично. Железо рулит. Уголь. Уголь нам тоже нужен. Сначала мы начнем так, потихонечку, да, а потом будем строить такие технологии. Я вам обещаю, я об этом вам говорил, да, я вот успел отойти. Могу его убить, в принципе. И вообще, любой дамаг нам противопоказан в данный момент. У нас нет ни брони, ничего. Так, let's go. Я уже говорил, что я добавил мод. Здесь очень много врагов всяких разных. Я этого как раз и хотел. Чтобы было тяжело. А будет тяжело. Будет тяжело, да. Безусловно. Уголь, это очень хорошо. Оп-оп-оп. Нужны уже будут грядки нам, да? Нужно будет тогда убить скелета, дождаться на ночь, чтобы была у нас. И чтобы заспавнили скелеты, да? И убить скелета. У него выпадет костная мука. Ну, кость, а мы из нее сделаем костную муку. Тогда мы сможем быстро выращивать растения. Это будет огромный плюс. Оп, оп. Или вообще найти какую-нибудь дыню. Я вот что-то не помню, когда я дыню находил. Или арбуз. А то я все время хлеб выращиваю. Так, у нас глубина 53. Осталось немножко, всего лишь... О, дойти до 6. До 5, до 6. Не, мы сейчас не возьмем. Нужна железная кирка. Это, по-моему, уран. Да, уран. По идее, это уран. Во, нам уже нужен факел, да, потихонечку. Оп, 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 оп. Все, let's go. А, пока хватит нам ковыряться здесь. Если нам нужно будет, надо будет сломать, потому что я когда буду делать здесь рельсы, это будет тема мешать. То есть будет врезаться вагонетка. А, ну да, и нам нужно собирать железо для вагонетки. Эту шляпу надо закрыть. Во. Насколько я помню, по-моему, песок, да, он получает меньше урона от взрыва крипера, насколько я помню. Или нет? По-моему, да. Эта фигня меня бесит, давайте мы пока ее сделаем так. О, чтобы не провалился. И вот так. Я вот думаю, стеклянный дом делать или нет? В принципе, я до этого, когда делал выпуск, я делал стеклянный дом. Что можно сделать? Давайте тогда мы сейчас дождемся респавна быстренько. Я надеюсь, меня не взорвут сейчас со спины. Ой, не туда. Я, бывает, путаю так. Сделаем пока меч. Я вижу. Ой, блин, все, все, надо спать. Давай, давай. Не то. Еще раз так. Поторопился, ладно. У нас будет много лопат. Давай, братья, делаем оружие. Так, и чё, давайте респавнитесь. Вижу он негра. Нам нужны скелеты, 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 скелеты. Вот, вижу зомби.
Давай с гел, поспим, пойдем до зомби убивать. Вон вижу скелет, отлично, все, спать. Спать, спать, спать. О, сколько мы много достижений заработали, нормально. Окей, все, вы с гео. Где я видел? Так, нет, 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 нет. Вон он, первый скелет, да, нам нужен будет скелет. Гоу, 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 гоу. И реально, я потом попробую сделать забор из кактуса. Как это все выглядеть будет? Опа, видели, как профессионально? Не, смотрите, урон даже не уменьшило. Так, это дерьмо, наверное, блин, провалилось прям сюда. Засосало, наверное, да? Да, то, что я не получил ни косточек, ничего. Можно, в принципе, пойти и нитку отобрать. О, мужик какой-то стоит, смотрите. У меня сейчас полные слоты, да? Угу. Паучий глаз. Ну-ка, братюня, ты где? Он же здесь стоял. What the fuck? Или у меня дежавю? Ну ладно, let's go, let's go, let's go. Не будем обращать внимания. Нас ждут великие дела. Великие-великие дела. Хотя можно уже собрать кактусы, так оградить хотя бы одну линию. Они не пройдут, я думаю, точно не пройдут. Никогда не пройдут. Прикольно. Так, ну по времени уже все, мы уложились 20-25 минут. Это был такой водный. Это был водный момент. Спасибо всем за просмотр. Комментируйте видео обязательно. Еще раз говорю, если вы хотите, чтобы я выложил свою сборку, для этого прокомментируйте, чтобы я видел, что зрителям она нужна. Тогда я выложу просто все в одном архиве. Вы скачиваете, и у вас все работает. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем пока.